Теплые выходные порадовали всех казанцев, а вот новая рабочая неделя началась с резкого похолодания, ветра и дождя. Все это произошло из-за прихода циклона северо-запада. Именно он принес непогоду. В ближайшее время через нас будет проходить фронт окклюзии. Это означает, что выпадет достаточно большое количество осадков. По прогнозам, должно выпасть 9-10 миллиметров. Это почти четвертая часть месячной нормы, то есть это достаточно приличное количество осадков. И будем находиться под влиянием арктических воздушных масс. То есть вот холодный воздух, он будет затекать вот сюда, к нам, и температура понизится. По прогнозам Гидрометцентра России, уже с 25 сентября температура пойдет на понижение. В среду дневная температура будет составлять 12 градусов тепла, в среду 11, а в пятницу температура воздуха опустится до плюс 10. Ночная температура за эти дни понизится до 7 градусов. На этой неделе также стоит ждать обильных осадков. А вот октябрь, возможно, встретит казанцев теплой погодой. Может быть, случится такое, что в начале октября придет антициклон к нам. И поскольку еще радиация достаточно высокая у нас, уровень радиационный, то температура повысится, и у нас снова будет все-таки погода покомфортнее. В начале октября еще можно будет насладиться теплыми деньками, но вот потом осень полноценно вступит в свои права, будет дождливая и холодная. Поэтому запасайтесь теплыми вещами и хорошим настроением. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.